Глава Следственного комитета России обладает широким кругозором, так в Кремле прокомментировали идею Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ, но в то же время там считают, что Минобразование само в состоянии принять решение по этому вопросу о том, чего теперь ждать. Учителям приготовиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что идеи главы Следственного комитета Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ заслуживают внимания со стороны профильных ведомств. Но Кремле считает, что Минобразование само в состоянии принять решение по этому вопросу. О том, чего теперь ждать, в комментарии политолога Георгия Буфта. По следам выступления главы Следственного комитета, один мой знакомый, имеющий, впрочем, опосредованное отношение к политике, то ли в шутку, то ли всерьез заметил, что, мол, Бастрыкину быть нашим следующим президентом. Видимо, это первое, что напрашивается в качестве реакции на обывательском уровне по следам речи главы СКР на конференции по праву, в которой он вышел далеко за рамки обсуждения своих профильных тем. Бастрыкин при этом проявил ведь еще и неплохие качества именно политика, умеющего, а это ценное умение, маневрировать, поскольку искусно избежал того, чтобы затронуть как раз те профильные темы, по которым в обществе наметились острые обсуждения. А вот ЕГЭ, а также специалитеты и бакалавриаты всякие, видимо, пришла пора оценить. Причем в привязке к слову «пытка», которая, видимо, тут пострашнее будет, чем обнародованные недавно факты о пытках в российских колониях, которые на конференции по праву тоже обсуждать не стали. А если уж на чистоту, то многим чиновникам и политикам, видимо, обидно от того, что именно глава СКР свободно поднимает темы, по поводу которых они, как говорится, язык проглотили, и без отмашки сверху ни одну актуальную для широкой общественности проблему поднять не рискнут. Вон, к примеру, главврачи 11 ковидных больниц написали открытое письмо антиваксерам с приглашением пожаловать в красные зоны на экскурсии, дабы прекратить пропаганду против прививок. Однако же ни один не осмелился при этом поднять тему допуска иностранных вакцин в страну, что подняло бы темпы вакцинации куда сильнее, чем экскурсии Марии Шукшиной или Юрия Лозы в коммунарку в гости к доверенному лицу президента и члену федеральной предвыборной пятерки правящей партии. А потому что отмашки не было. А Александр Иванович и не такие темы поднимает, пусть и не по профилю, зато именно по своему выбору, что важно. И не только потому, что у него широкий кругозор, а потому что за ним заточенное на определенную работу ведомства, с которым не всякий возьмется дискутировать. Аргументов не хватит. Кстати, о врачах. Именно Бастрыкин начал лоббировать тему уголовной ответственности медиков за ошибки. Не безрезультатно. Прогремели уже несколько резонансных дел. И ни на каком законодательном, ни на каком ином уровне этой деятельной работе СКР ничего противопоставлено не было. По факту такая практика все прочнее утверждается в нашей жизни. Уверен, что ни один чиновник от образования не рискнет открыто возразить Александру Ивановичу, раз даже Песков на всякий случай его мысли поддержал. В лучшем случае начнут мямлить что-то нечленораздельное, а само предложение, разумеется, замотают. Хотя я лично, да и многие обыватели, согласны с Бастрыкиным, по крайней мере частично, в том, что система ЕГЭ в нынешнем виде нуждается в радикальном реформировании. Прежде всего, в направлении индивидуализации контрольных тестов. В мире давно придуманы системы, которые работают по аналогии с тем, как работают алгоритмы подбора вопросов в игре «Как стать миллионером», подстраивая каждый следующий вопрос под конкретного экзаменуемого, выявляя его уязвимые места. А вот кто лучше всех понял Бастрыкина, так это рэпер Моргенштерн. В том смысле, что пора валить. Что кажется особенно сметливым шагом после слов Дмитрия Пескова о том, что, мол, Кремль вмешиваться в сие не может, а выдвижение обвинений рэперу в возможной торговле наркотиками – прерогатива СКР. Адвокат Моргенштерна, разумеется, сказал все нужные слова о том, что обвинения Бастрыкина вызывают недоумение и что ему представили некорректную информацию. Это потом можно будет и следователю повторить, поскольку есть вероятность, что подчиненные главы СКР могут расценить слова начальника как призыв к действию. Моргенштерна ранее уже присудили к штрафу на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Теперь это будет отягчающим. Поэтому после запланированного выступления в Белоруссии Моргенштерну надо подумать, куда двигаться дальше. Тем более, что верный и железно работающий принцип «нет рэпера, нет проблемы» даже не Бастрыкин придумал.